Привет от меня получает Дима Зимовцев. Чтобы получить от меня привет, вам всего лишь нужно поставить лайк и поделиться этим видео ВКонтакте. Удачи! Hey, what's up, меня зовут FlexGK, добро пожаловать в Clash Royale. Ребята, выдвинул условия, это вроде говорил уже. Ой, ебать, вы тут написали, ребята, я, к сожалению, сейчас не буду читать, но ладно. Короче, блять, я такой дебил, серьезно. Я, сука, играл, блять, так агрессивно все говорил и, блять, я забыл на кнопку записи нажать, блять. Ну, блять, я слил чуть-чуть кубки, да, и, ребят, вместо зеркала я поставил колдуна. Посмотрим, как у нас будет эта карта играть. Получится, не получится. Посмотрим, что у нас вообще будет выходить. И, блядь, пора уже на арену новую выходить. Реально, заебало уже. Не хочу на этой арене торчать, надо выходить уже вперед. Все! Пора! Так. Это кто, блядь? Элитные варвары, да? И сразу фаербол наперед. А, наперед он не хотел против моих варваров. Молодец. Он проебал, в принципе, сейчас. Да, он проебал. Проебал тавер, но не проебал игру. У него там еще, может быть, скелеты будут. На! Чуть-чуть назад надо было, я бы еще стрелами попал. Опять самоирония, братан, самоирония. Колдун, давай. С этим разобраться. Мэджик. Заебись, молодец. Пошел. Шагай. Так, давай с тобой Валька пойдет. Или не надо Вальку, да? А давай Валька пойдет, мало ли там скелеты есть. Пошел. Ебать, голем! Не переключайтесь, пожалуйста, ну не надо на него. Ну, плохой дядь. Нахуй на него переключаться, ну зачем? Ну зачем? Ну это же мусор. Ну, ладно, скелеты, помогайте давайте тогда. Ой, только нет! Все. Разобрались с нашими ребятами и... Тихо. Дальше не пойдешь, братан, дальше не пойдешь. Давай, только не доставай этим своим. Бля, они разваливаются и... Нихуя себе. Еще элитные варвары. Фокусят они. Да, они переключаются отлично. Они, ребята, переключаются. Пошли дальше. Так, наперед, куда-нибудь. Сейчас мух выпустит. Куда мух? Остановил, сука. Ладно, но ты проебал, братан. Победа! Молодец, Джуни, молодец. Спасибо. Сам себя похвалил. Молодец. Ладно, идем дальше. Давай. Кстати, мы как уже? Мы уже нафармили на 8 уровень. Молодец. Ладно. Идем дальше, ребята. Сколько там? Ладно, не успел посмотреть. Хотел посмотреть, сколько там кубков надо, да. Новой арены. Ну, опять наша влюбленная парочка здесь. Колдун, если что, потом. Хотя давайте мы колдуна сзади поставим, потому что мало... Нет. Валька идет, в принципе, защищает от скелетов. И... А колдун, в принципе, от скелетов и от мух бы защитил. Вот он поставил в эту хуйню вообще. Так, ладно. У нас против Эйра есть колдун. И против этих пиздюков. Но он сейчас не очень достал на самом деле. Ну-ка, интересно, а кто сильнее, колдун или... Да, видимо, дракончик. Так. Надо просто, знаете, мух пустить, а не... Нет. Пускаем скелетов. И сделаем вот так же. Ой, очень сильно, очень много снесли. Прям пиздец много снесли. Да, хуёво. Хуёво, ребята. Все очень херово. Так, какой у него эра есть? Дракончики запомнили. А мухи есть у него? Если есть мухи, то шар против него будет херово пускать. Надо запомнить просто. Ну ладно, пойдет Валька и сверху шар. Ну, блядь, точно я про это забыл, что переключается чуть-чуть у нас. Так, все, шар разобрался. И, пожалуйста, давай. Ты... Не успел тычку дать, блядь, не успел. Ладно, колдун встанет. Колдун как раз-таки разберется и с дракончиками, и со скелетами. Не особо, ладно, но попытался. Дальше, потанчить у нас пойдет принц. Так. Кто-нибудь остановит принца? Гигант останавливает принца. Армия скелетов на подмогу идет. Пошла на подмогу. И, блять, окей, стрелами разобрался со всеми моими скелетами. Забыл, что есть у него стрелы. Ну, в принципе, хорошо дохерачил, молодец. Так, ребята. У нас сейчас может быть вообще такая, знаете, опасная на самом деле катка. Он уже вовсю пытается закончить меня.
А мы сделаем вот таким вот образом. Там против твоих каких-нибудь... Нет, никого не пустил, смотрите. Но гигант он пустил, ладно. Гигант, может быть, мой тавр и заберет. Хотя, если мы сделаем вот так, то не особо... А, скелеты, смотрите, как разобрались-то. Давай, давай, гиганта, молодцы, молодцы. Он сейчас, ну, он пустит там стрелы, да. А стрелы ты мог на тавр пустить, брат? Он фаербол. У него и фаербол, и стрелы. Ни хрена себе, ребята, тактика. Ни хрена себе тактика. Ой, хорошо, тавр продинамили, блядь. Продамажили. Так. Давай, 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 давай. Нормально. Тихо. Выиграли! Ебать, успели. Я уже сейчас думал, все, 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 все. Я уже думал, все, 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 все. Думал, все, перекреститься уже хотел, все, уже на тот свет. Что у нас по коронам? 2000, ну 2000, я думаю, мы как-нибудь попробуем набить. Ну, не сегодня, наверное, но... Мы попробуем. Надо уже, реально. Нам нужно пополнение, ребята, в нашу колоду. Реально нужно пополнение. Нужно пополнение в нашу колоду. Блять, как хорошо они реально спавнятся, сука. Как хорошо, реально. Принц и Валька. Он слева пустил, отлично. У него могут быть мухи, которые... Ага, Пека и Валька, давай. Ну, Валька не... А, Валька сдохла. Колдун против колдуна, колдун третьего уровня против колдуна четвертого уровня, плюс тавр поможет. О, эти гоблины очень много сносят, поэтому лучше так сделать. Хм. Выигрывает он, ребят, он выигрывает, он реально. Блять, по уровню, я не помню, что был кто-то шестого уровня тоже, как я. Все седьмые, восьмые какие-то, блять, что это такое? Серьезно. Что это такое, блять? Ладно. Я могу пустить мух. А давайте пустим мух. Не надо ему давать возможности. Он какой-то потный, ребят. Ему не... Ай, да сука, как он разбирается, блядь, быстро с нашими этими. Сука. Так. Валька, ну сука, ну какая Валька, блядь. Ну какая Валька. Не надо было ее. Тормози чуть-чуть. Ну там еще и Пека, блядь. Пошел, давай, ну... Нашу Вальку разбирают, к сожалению. У него там еще гоблинская бочка, я помню. Пум. Блять, выигрывает, сука, он выигрывает. Он в два тавра играет, блять, в два тавра, сука. Блять, в два тавра. Он как-то контрит, по-моему, мой воздух. Я не помню. Хм. Опасно, опасно. Так, колдун. Сделаем так. Контрейра есть? Мухи. Блять, мухи, сука. О, рядом, отлично. Блять, ну сука. Ну блять. Почему так хуёво идет сейчас? Так, молодец. Блять, пожалуйста. Минус тавр. Сейчас еще и второй тавр мне, по-моему, может снять спокойно. Он спокойно сейчас и второй тавр снимет. Ребят, мы проебали опять. Что за хуйня происходит? Почему так? Почему? Почему? Мы не можем тупо выиграть, ребят, серьезно. Тупо не можем выиграть. Пиздец. Пошел. Сюда, 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 сюда. Знаете что, блядь, серьезно. Многие там, типа, выебываются, типа, то, что, блядь, ты как нуб играешь. У тебя, типа, нубские карты. А когда у меня легендарки будут, я буду выигрывать, все будут выебываться. О, блядь, у тебя же легендарки, поэтому ты выигрываешь, нахуй. Вот реально, логика тупых школьников есть вот такая. Вот реально, запомните мои слова, блядь. Вы реально таких уебанов в комментах будете находить все чаще и чаще. Если у меня будет легендарка, естественно. Но, блядь, мы оставляем, ладно, мы оставим гемы на легендарный сундук, но сейчас мы попытаем счастье и... Молния, пошел ты нахуй. Пошел ты нахуй. Ладно, еще попробуем. А, ребят, мы столько открыли, ни одной легендарки, зато Вальку улучшить можем. Серьезно, улучшили Вальку. Ну, блядь. Ну, все. И особо не поиграешь больше. Хм. Знаете, что я хочу сделать? Почему-то я хочу сделать так. Серьезно, сделаю так. Почему бы и нет? Мы же дохуя гемов срали, пооткрывали эти ебучие сундуки, но нихуя у нас не получается. Это, блять, не знаю. Я заложник этой арены. Восьмой уровень. Идите нахуй просто с этой арены, блять, с такими уровнями. Хорошо?
Заебали, блядь. Ага. Вообще охуел, блядь. Реально, вообще охуел. Посмотрите, что он делает, серьезно. Ну, тупо охуел, блядь. Ну, вот все. И снял, блядь. А какой контр против этого есть? Так, может, против этого контра особо нет? Блядь. Но он дохуя, по-моему, стоит, да, эликсира? Блядь, а надо попробовать, реально. Серьезно, нужно попробовать. Я вам серьезно говорю, надо эту хуйню попробовать, ребят. Посмотрите, сколько он мне снял уже. Эту хуйню реально надо попробовать. У себя тупо ставишь, и он достает до ту... Нихуя себе. Реально надо попробовать. Так, ну-ка, что там у нас? Какой контр? Мухи. Да, хороший контр, братан. Но мы тавр сносим. Так. Давай, пожалуйста. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Пом, нахуй. Не успели снести. Сейчас у него опять это будет, походу, хуйня, нет? Мушкетер. Контрим. Пошли убивать. Идем. Надо во второй табор сыграть. У него восьмой уровень. Надо играть реально во второй табор. Пускаем тогда с этой стороны пэш, чтобы он немного дефал. Чуть-чуть хотя бы дефал. Наши 300 хп. И ждем сейчас Вальку с принцем сюда пускаем. Он так реально этой картой убьет наш тавер? Не особо. Но нормально снял на самом деле. Опять эту хуйню поставил. Тихо. Ладно, снял. Хорошо, снял, братан. Хорошо, снял. Молодец. Поздравляю тебя. Я тебя поздравляю искренне. Шучу, иди нахуй. Блять, не туда, сука, не туда надо было. Не туда, Джонни. Не туда. Быстро-быстро пошли, разбираемся. А, не успели прыгнуть. Вы сейчас серьезно, он меня выиграет или чешо? Не, он не должен выиграть. Не-не-не-не, ребят. Не-н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 е
Так. Блять. Тихо. Посмотрите на эту орду, которая хочет 300 хп снести. Блять. Мы проебали. Опять нахуй? Опять проебали? Что нам с нашей колодой делать, блять? Ну серьезно, что с нашей колодой делать? Что делать с нашей колодой? Я не знаю, серьезно. А давайте мы сделаем так. Все же, да, вот эту мы хуйню берем и поставим. Где? А у нас не было, что ли? Подожди, у нас реально этой хуйни не было? Блять, так у нас нету этой херни, серьезно. Или я слепой, подождите. А, так у нас этой херни и нет, ребят. У нас этой хуйни и нет, оказывается. У нас реально этой хуйни нет. Ну тогда, знаете, пусть у нас зеркало хотя бы побудет. Ладно, сделаем вот так. Сделаем так. Фалька у нас далеко. Но мы поставим принца сзади, чтобы он побежал. У нас чуть-чуть эликсира еще и подкопится. И Валька еще давай здесь. Ага. Ну притормозить чуть-чуть надо, да, притормозить надо. У нас еще Валька успеет выйти. Толкай, толкай Вальку. Молодец, молодец. Хорош. Ну ладно, дракончик-то поснесет немного. У нас особо дефа нету против дракончика. Валька молодец. Не всех убьет, но... Кстати, живые, молодцы, живые. Живые, молодцы, живые, 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 живые. И давай, давай, хорош. Пека. Ну, Пеку мы вот так чуть-чуть законтрим. Чуть-чуть. Вот так, чуть-чуть. Давай, давай, что ты сделаешь? Нихуя. Давай, давай, давай. Колдун, блядь, тоже, тоже колдун у него есть. Сука. Ладно. Колдун против колдуна, но их колдун выиграет, потому что уровень больше. А, нет, оба разъебались. Оба разъебались, так. Принц против принца, но наш принц выигрывает. Нет, не выигрывает. Выиграл, ладно. Но не успел нанести тычку. А у нас, ребята, есть второй заход. Второй заход, принц плюс Валька. Мы играем во второй тавер. А, шестой уровень, кстати, чувак, наконец-то попался нам. Такой чувачок. Так, тихо.
Так. Валька! Тут он нахуй! Ку-ку, ёпта! И скелетики. Все, разыбали. Сейчас еще и пеку разыбут, и все, короче. И забираем тавр, ребята. Он там подрывника выпустил, я не знаю зачем. Наверное, чтобы притормозить чуть-чуть, но, братан, это была плохая идея, на самом деле, серьезно. Это была плохая идея. И мы выигрываем. Все. Ну, зеркало, да, пусть зеркало у нас будет, ребят. Зеркало как раз-таки, наверное, та карта, которая нам нужна пока. Нужна пока. Нужна, нужна, нужна. Пусть будет. Пусть будет у нас зеркало. Очень много гемов сегодня въебали на, ни на что, грубо говоря. У нас новое есть вообще хоть? Вот варвары. Не новые. Я просто ни разу не нажимал на них. Кстати, надо прокачать, посмотрите. 5, 20, 50, 150. Не особо много потратили золота, но зато уровня хорошо набрали. Что-то у нас... Ну тут тоже похернее с некоторой. Блять, не хочу эту хуйню, уберите, пожалуйста. Пушку я-то вот так сделаю. Ладно, дешманскую хуйню тоже всякую вот так попрокачиваю. Ну и все, ладно, дальше не хочу, все. Чуть-чуть опыта понабрали, но там, конечно, до хрена надо до 7 уровня. Но я думаю, как-нибудь справимся. На этом, ребят, заканчиваем. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте подписаться на канал, ставить большие пальцы вверх под этим видео. С вами был FlagGK. Всем удачи, всем пока.